Гольфстрим еще никогда не был таким слабым. К такому выводу пришла команда ирландских, британских и немецких ученых. Кратко об их исследовании сообщает немецкий журнал «Шпигель». Авторы статьи сравнивают Гольфстрим с мощным насосом нашей планеты. Гигантская циркуляция океана – одна из важнейших систем переноса тепла на Земле. Ее ослабление может повлечь за собой ощутимые последствия для климата. Гольфстрим функционирует как огромная лента конвейера, которая переносит теплые поверхностные воды с экватора на север, а холодные, малосоленые глубинные воды отправляет обратно на юг. Таким образом, переносится огромное количество тепла, поясняет Штефан Рамшторф, научный сотрудник Потсдамского института изучения климатических изменений. Рамшторф ранее уже показал, что с середины 20 века важное океаническое течение замедлилось примерно на 15%, что было связано с глобальным потеплением, вызванным человеком. Ослабление Гольфстрима влияет на обе стороны Атлантического океана. Движущееся на север поверхностное течение приводит к отклонению водных масс вправо от восточного побережья США. Если течение замедляется, этот эффект ослабляется, и у восточного побережья США может скапливаться больше воды. Это может приводить к более интенсивному повышению уровня моря. В Европе же ослабление Гольфстрима может вызвать учащение экстремальных погодных явлений и, например, усилить снежные бури над Атлантикой. Согласно последнему поколению климатических моделей, если потепление климата продолжится текущими темпами, то к 2100 году Гольфстрим ослабнет на 34-45%. В результате человечество опасно приблизится к критической точке, когда течение станет нестабильным и непредсказуемым, передает «Шпигель». Американцы не доверяют врачам-кардиологам. Это одна из причин высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе своих исследований и врачебной практики WRH сделал наблюдение. В большинстве случаев есть весьма эффективные способы предотвратить и вылечить болезни сердца, в отличие от того же рака. У нас есть хорошие лекарства, но мы проигрываем битву за информацию и доверие. Многие люди просто не доверяют врачам, когда дело доходит до лечения и рекомендаций. Те пациенты, у которых уже были инфаркты, не принимают прописанные лекарства или принимают их недостаточно. Это большая проблема, утверждает Хайдер Уэрэйч, который, с одной стороны, хочет повысить уровень доверия в больницах, а с другой стороны, понимает пациентов, которые находятся в сомнениях. В интервью журналу «Атлантик» он напомнил о долгом заблуждении кардиологов. Раньше считалось, будто высокое артериальное давление необходимо, чтобы кровь достигала самых труднодоступных частей тела. Спустя время, благодаря страховым компаниям, собирающим данные о миллионах человек, стало понятно, что высокое давление, напротив, приводит к росту смерти. Однако, получив эти данные, эксперты в свое время не стали проводить исследований на их основе. Во время Второй мировой войны от повышенного давления умирал каждый второй американец. Но в тот период ведущие кардиологи считали, что снижение артериального давления скорее приведет к отрицательным, чем к положительным последствиям. Потребовались десятилетия упорства не только страховых компаний, но и ученых, чтобы убедить устоявшееся кардиологическое сообщество, что в действительности лечение повышенного артериального давления – это правильное решение. Хайдер Уэрэйч считает, что пациентам нужно найти экспертов, которым они могут доверять, но при этом необходимо понимать, что устоявшиеся идеи не всегда истина в последней инстанции. Как повлияет на организм ежедневное употребление миндаля? Издание «Рай Аль-Йоюм» приводит слова американского диетолога Синти Сас о пользе этого ореха. Результаты недавних исследований демонстрируют, употребление 40 граммов миндаля в день снижает уровень холестерина, нормализует артериальное давление и расслабляет кровеносные сосуды. Кроме того, орех содержит растительный белок, пищевые волокна, витамины группы В и Е, железо, калий, магний и полезные для сердца жиры. При этом витамин Е в данном случае действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждений, старения и болезней, поддерживает иммунную систему, уменьшает воспаление, а также помогает расширить кровеносные сосуды, что улучшает кровоток. Еврокомиссия обещает защитить водителей и курьеров, передает Евроньюз. 24 миллиона человек, а это около 10% рабочей силы в Европе, хотя бы раз предлагали свои профессиональные услуги на различных онлайн-платформах. Большинство из них пользуются такой возможностью в качестве дополнительного заработка. А для 3 миллионов человек это основной источник дохода. Еврокомиссия обещает усовершенствовать регламент условий труда для сотрудников подобных структур уже к концу этого года. И онлайн, и офлайн все люди должны находиться под защитой и иметь возможность работать в безопасности и с достоинством, заявила замглавы Еврокомиссии Маргарета Вестагер.